День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня мы будем знакомиться с меню «Пуск». Мы обзорно познакомились с базовыми понятиями работы компьютера и теперь должны уяснить для себя, что практически компьютер – это набор, большой набор плат. Его, в принципе, можно назвать суперкалькулятор. То есть огромное количество технической начинки – без программного обеспечения работать не будет. И компьютер нам, собственно говоря, нужен для того, чтобы мы могли решать какие-то свои конкретные задачи. Но для того, чтобы вот этот суперкалькулятор заработал, нам нужно на компьютер установить множество программ. Обычно каждый человек устанавливает для себя на компьютер определенные программы, выполняющие его задачи. Как же нам определить, где на компьютере находятся установленные программы? Как их нам найти и как открыть? Для этого нам необходимо познакомиться с меню «Пуск». Чтобы открыть меню «Пуск», нам нужно установить курсор компьютерной мыши вот на этом кружочке со значком Windows и левой кнопкой мыши один раз кликнуть. Открывается окно меню «Пуск». Оно состоит из двух элементов. Сейчас мы с вами будем разбирать вот это окно. Что мы здесь видим с вами? Мы видим здесь иконки некоторых программ. Откуда они здесь взялись? Дело в том, что вот это окно отвечает за вывод иконок тех программ, которые мы с вами недавно открывали. Всего таких иконок может быть в этом окне 10. Причем, если вы очень часто открывали какие-либо программы, то они постоянно будут у вас здесь отображаться. Но окно это динамическое. То есть, если вы вдруг перестали пользоваться какой-либо программой, а стали открывать следующую программу, то у вас здесь будут отображаться последние программы, которыми вы пользовались. То есть одна программа будет заменять другую, причем новая программа будет заменять наименее используемую программу. Для того, чтобы открыть программу из меню «Пуск», нам достаточно с вами подвести курсор к конкретной программе и кликнуть один раз левой кнопкой мыши. Программа будет запущена. Но это те программы, которыми мы с вами постоянно пользуемся. А как же посмотреть, где расположены все программы, установленные на наш компьютер? Вот посмотрите, здесь внизу есть такое окно, которое называется «Все программы». Вот здесь с левой стороны стоит небольшой черный треугольничек, повернутый в сторону всех программ. Если я кликну левой кнопкой мыши по этой планке, то треугольничек у меня разворачивается в обратную сторону. Я вижу надпись «Назад» и вижу перечисленные все программы, которые установлены на моем компьютере. Я на своем компьютере работаю давно, поэтому программ у меня достаточно много установлено. Если вы только что начали работать, то вполне вероятно, у вас программ будет намного меньше. И тогда у вас вот с этой правой стороны не будет отображаться бегунок. Бегунок, которым вы можете, опустив вниз, посмотреть абсолютно все программы, которые здесь установлены. Устанавливаются они обычно таким образом. Сначала идет информация на латинице, затем идет информация на кириллице. И как видите, информация идет в алфавитном порядке. Для того, чтобы открыть какую-либо программу, вам достаточно кликнуть по этой программе один раз левой кнопкой мыши. Но если мы с вами будем каждый раз заходить в меню «Пуск», все программы, искать программу и открывать ее, то у нас на это будет уходить достаточно много времени. Поэтому у нас есть возможность закрепить программу в меню «Пуск». Здесь будет отображаться иконка этой программы, и нам будет легко и просто эту программу открыть.
Вот давайте попробуем это сделать. Захожу во все программы. Вот давайте проигрыватель Windows Media попробуем закрепить в меню «Пуск». Как я это делаю? Я навожу указатель мыши на эту программу. Видите, указатель мыши открывается в виде руки. Если я сейчас кликну левой кнопкой мыши, то у меня откроется эта программа. Если же я кликну правой кнопкой мыши, то у меня откроется контекстное меню. И я в контекстном меню, оно у меня большое, потому что у меня программ установлено много на компьютере, нахожу вот такую запись «Закрепить в меню пуск». Кликнем на эту ссылку, выходим в меню «Пуск», и, как видите, у меня в верхней части меню «Пуск» появилась дополнительная иконка «Проигрыватель Windows Media». Обратите внимание на то, что те программы, которые, 10 программ, которые показаны в окне меняющихся программ, отделены от той программы, которую мы закрепили в меню «Пуск». То есть, если я часто пользуюсь проигрывателем Windows Media, то мне, конечно, удобнее, чтобы у меня в меню «Пуск» эта программа была закреплена. Давайте попробуем еще одну программку закрепить. Но закреплять мы ее будем не из всех программ, а прямо из меню «Пуск». Вот я сейчас кликаю правой кнопкой мыши вот на эту иконку. И у меня в контекстном меню, как видите, появляется ссылочка «Закрепить в меню «Пуск». Кликаю, и видите, рядом с проигрывателем Windows Media закрепляется вторая иконка. Для того, чтобы убрать эту иконку, мне достаточно опять кликнуть правой кнопкой мыши, и у меня уже появляется ссылка не закрепить меню «Пуск», а изъять из меню «Пуск». Я кликаю по этой ссылке, и, как видите, у меня иконка ушла. Закрепить эту иконку я могу не только в меню «Пуск», но посмотрите, у меня есть еще ссылка «Закрепить на панели задач». Панель задач – это серая полоса в нижней части экрана. Об этом мы с вами говорили. Давайте кликнем по этой ссылке и увидим в нижней части экрана иконку этой программы. Для того, чтобы убрать эту иконку из программы, мне достаточно навести курсор мыши на эту иконку, и я увижу ссылку «Изъять программу из панели задач». Итак, сегодня мы с вами познакомились с динамическим окном, или, как его еще называют, окном часто меняющихся программ, меню «Пуск». Дальнейшее изучение продолжим в следующих уроках. Всего доброго, с вами была Смирнова Ирина.